свято, ну і перше питання, друзі. На якому поверсі? З таким приводом. Ти була, до речі, на готельському? Скажи, я теж. Ти кричав на мене, то етичні. Як тебе звати? Хороше ім'я, слушай, все. Я эксперт Лиза, и сегодня мы в обновленном Форд кино. Мне нравится. Есть какие-то изменения? Да, много. Много? Много. А, подожди, мы так и сами пойдем. Чего вы сюда пришли? Подивиться на новый кинотеатр. Первое впечатление? Ще не бачила. А вообще холл как? Нормально. Ну, мы тут уже были, насправді. Дорого, конечно. Попкорн дорого, кока-кола дорого. Дороже, чем билет выходит. Ну, а вообще нам понравилось. На наш сеанс осталось 4 свободных места, когда я брала билет. Так что народ идет. А вы давно брали билет? 2 часа назад. 2 часа назад 4 места было. Да. Користується популярністю. Я говорю два ламогами, вибачте. Нічого. Дякую. Я. Отличный, очень классный. Но детям, мне кажется, даже больше понравится, чем взрослым. Что-то новое в зале вы услышали, увидели, звук, экран? Ну, честно говоря, я не специалист, поэтому каких-то значимых отличий не увидела, но мне и предыдущий вариант тоже нравился. Мне показалось, что новые кресла более удобные. Вот, но вообще впечатление очень классное. Спасибо большое. Пожалуйста. Фильм «Большая встреча». И мне очень понравилось. Кресло, звук тебе понравились? Да. Как? Ну, звук как обычно, зала такая же. Кресла только сделали. Кресла другие были, да? Но впечатление вообще да. Хорошее, да? Я вам очень рекомендую сходить на этот мультфильм. И в этот кинотеатр, да? Да.